Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня вот такое чудо забежало. Газонокосилка Викинг. Модель ее МБ-650В. Да, МБ-650В. Проблема у косилки на холодную стала хуже заводиться. А как нагревается, обороты начинают падать, скакать, глохнет и потом уже не заводится. Свечку меняли, ничего не помогло. Сейчас хочу снять крышку, посмотреть, что там с карбюратором. Возможно, все проблемы из-за карбюратора. Ну что, кручу. Перекачу на свет. Вот она и вся проблема. Почему-то карбюратор болтается. Что случилось? Так, ну надо вскрывать, смотреть. Откручиваю корпус воздушного фильтра, вот этот, три болта, головка на 8. Откручиваю тягу, головка на 7. Даже не на 7. Головка на 6,5. Снимаю топливный шланг. Так, и, наверное, бак-то тоже открутить надо. Сверху откручиваем болты.
Да, открутил. Снимаю шланг. Здесь снизу под баком еще болтик есть, головка на 10. Так, ну эту крышку я тоже снимаю. И вот с этой стороны на щуп и на заливную горловину патрубок идет. Мы тоже его откручиваем. А он отломился. Просто отломился. Чего ему не хватило? Время и вибрации. Откручиваю карбюратор. С этой стороны у нас он крепится двумя болтами.
не было вот этого болта, поэтому была излишняя вибрация. Вот он, место без болта. И вот трясло, из-за этого и патрубок-то отломился. А болт-то там обломан, его надо высверливать. Но быстрее всего крутили уже. Крутили и обломили. Ладно, буду высверливать. А сейчас надо скататься, найти этот коллектор. Нет у меня головки на 6,5. Приходится такие вещи откручивать пассатижами. Закрою, чтобы ничего туда не попало. Еду ищу запчасти. Скатался, посмотрел, по наличию нет этого коллектора. Заказал, через 2 недели привезут. А пока соберу этот на стеклоткани. Ой, на стекло. А пока соберу этот на эбоксидке. Стеклоткани тоже нет, прокатился по магазинам. Раньше на каждом углу было, сейчас дефицит. Кусочком ткани заармирую, застынет. И какое-то время поработает. Также и закреплю эту пластинку, из-за которой он вибрировал и отломался. Походит. А придет новый, цена вопроса всего до 1500 рублей. Заменим на новый. Сейчас его помою, обезжирю. И заклеим. Помыл, сделаю мелкую шагрень здесь. Вот так просто поцарапаю. Для чего царапаю, чтобы клей лучше сцепился. Пластик такой, что клеится плохо. Я думаю, этого достаточно будет. Выдавлю эбоксидки. Обломился. Здесь носик давно уже лежит. Ладно, эту не буду мешать. Вот новую порцию выдавлю.
Понятно, ткань это не эбоксидка, но тем не менее жесткость она сможет создать каркас, скажем так, своеобразный. Сматываю ее. Все, вот такую залипуху залепил. Пускай она застывает. А сейчас пойду пока высверлю обломыш. Пластинку откручивать не стал. Снизу болт крутиться не хочет. Возможно, что начнешь крутить, также обломится на цилиндре. А там уже высверливать придется двигатель снимать. Поэтому отогнул ее и выставляю центр керном накернить. Сверло 2,8. Просверлил отверстие. Попробую экстрактором все, резьбу нарезал, можно собирать. Убираю тряпочку, здесь я почистил и завожу на место коллектор. Болты наживил.
Все, вот оно не дребезжит и не болтается. Теперь затягиваю вот эти болты. Что, попробуем завести? Thank you.
Вот и все. Отлично работает. И обороты стабильно держит, и отпускаешь, ручку глохнет нормально. Вся проблема из-за отломанного болта. Была вибрация и сломала коллектор. На этом все. Всего вам доброго.